Сегодня я хочу вам рассказать об очень важных вещах. Каждый может выбрать свой путь и идти по нему, совершая замечательные поступки. Некоторые люди, совершая такие поступки, помогают тысячам людей вокруг. Это доноры крови, герои, которые спасают жизни. У доброты порою нет лица, их имена не вписаны в скрижали, но тех, кто жизнь спасает без конца, всегда безмерно люди уважали. Кровь человека невозможно повторить, аналогов у крови нет на свете, пойти, купить ее и заменить никто не сможет на большой планете. Лишь человек, в чьем сердце теплота и отношение к земле как к дому, незримо входит в слово «доброта» и кровь свою способен дать другому.